Всем доброе утро. Доброе утро. На календаре 31 декабря, и мы собрались в Москву отпраздновать Новый год. Планов у нас, как у Наполеона, очень много. Посмотрим, что с этого выйдет. Нам, конечно, сказали, дебилы вы, ребята. Мы вот такие, да, мальчугушные. Поехали с нами. Видим уже около часа, мы даже поспать успели. Тут новостную ленту стал читать, я офигел. Красная площадь в Москве 31 числа будет закрыта. Единственное, как можно попасть на Красную площадь, это купить билет на ГУМ-каток. Стоимость билета 12 тысяч рублей. Наши наполеоновские планы потихонечку меняются, но ничего страшного. Мы еще купили экскурсию, которая у нас будет, насколько, сейчас посмотрю, в 3 часа и будет длиться около 3 часов по Нижней площади. Так проведем время. И в Сапсане Wi-Fi очень хороший, и можно, в принципе, заказать там покушать. Кофе попить, еда, и цены доступные. Вот, к примеру, кофе Лунго 300 миллилитров стоит 300 рублей, зерновой. Если не зерновой брать, то дешевле. Чай вот по 190 рублей 300 миллилитров. Мы заказали сырничков, кашки, кофе и чай. Сейчас первая остановка у нас Акуловка. На улице холодает и холодает. Минус 16. Первый раз на Сапсане едем, все время на самолете в Москву летали. В принципе, прикольно. Мне кажется, даже интереснее. 3,5 часа, и ты в Москве, не надо никаких регистраций, не надо там паспортных контролей. Да? Заказали покушать 10:20, сейчас 10:40, наш заказ пятый в очереди. Взяли капучино, соленый карамель, кофе Лунго зерновой, сырничков и кашу овсяная с тыквенно-апельсиновым вареньем. Пробуем, все вместе на 1000 рублей. В принципе, нормально, не заоблачные цены. Что еще хотел сказать по поводу розыгрыша призов, который я анонсировал. Подвел итоги, посмотрел по комментариям, по лайкам. В принципе, рейтинг такой и остался. Это Наталья Беларусь, спасибо вам, что комментируете, ставите лайки. Андрей Б. и Натали. Под этим видео внизу я там оставлю все координаты, как можно со мной связаться будет. Напишите мне, я вам вышлю подарки. Не только пазлы будут. Будет сюрприз еще для вас. Представили такое сообщение. Все, когда завтрак принесут, подключимся еще. Принесли наш завтрак. Мой кофеечек большой. У Нади капучино, как я и говорил, сырнички и кашка. Дома не завтракали, встали рано, поздно легли. Шоколадку еще дали, маленькую такую. Что, приятного нам аппетита, что включимся, наверное, в Москве. Apologize our mistakes here and now.
Прибыли в Москву. Уезжали из Питера. Было минус 17. Очень ветрено. В Москву приехали, здесь плюс 2. И идет дождик. Зато не замерзнем. Все, сейчас мы на метро и двигаемся в сторону Красной площади. Как тебе общая поездка на Сапсане? Мне понравилось. Да, мне тоже понравилось. Мы все время, я повторюсь, летали с самолетом в Москву. А тут прикольно, 3,5 часа, и ты на месте. Сиденье очень удобное, комфортное. Туалеты чистенькие. Чемоданы тук-тук-тук. Пойдем в метро. А вот площадь трех вокзалов. Выходим с Ленинградского вокзала и попадаем на площадь трех вокзалов. Казанский, Ярославский. Это Ленинградский вокзал. Ну что, ныряем в метро и поехали на Красную площадь. У нас 3 часа экскурсия. Время сейчас 1:30. Нам надо торопиться. Офигенно, конечно, тепленько в Москве. А мы сегодня решили надеть на себя теплые вещи, которые купили в Финляндии. Термобелье финское. В принципе, такое неплохое тепло держит. Все, погнали. Вышли из метро, охотный ряд. В какую сторону двигаемся? На улице идет дождь. Жаль, что ночью Красная площадь будет закрыта. Может, сейчас мы на катке покатаемся. А мы там пройдем? Там пройдем? Надо было в другом месте идти. Нет, пойдем прямо. Просто они, видимо, начинают перекрывать. Это у нас сейчас Государственная дума и очень красивая елка. Мы идем сейчас к памятнику Жукову. Памятнику Жукову. Оплатили экскурсию, пока ехали в Сапсане. Так что сейчас съездим по городу, посмотрим. Я даже был удивлен, что 31 числа у них продаются экскурсии. Наверное, автобусная экскурсия, да? Автобусная экскурсия. Да, сейчас покатаемся на автобусе. Очень-очень много народу. Вот где Кремль. Вот это Государственная дума. А вот там у нас Кремль. Не, ну хоть с погодой повезло. Пусть будет дождь, но не будет морозов. Тут дождь постепенно перейдет в снег, и потом мороз. Открою небольшую завесу тайны, секрет небольшого. Завтра вечером мы улетаем в Екатеринбург.
Друзья позвали в гости. Если бы билеты на Сапсан не были заранее куплены, мы бы уже, наверное, вчера бы улетели в Екатеринбург. Самое смешное, что на Красную площадь не попасть. Не пускает Росгвардия. А у нас экскурсия оплачена. И сказали, собираемся у памятника Жукову. Туда-сюда гоняют, мы попробуем как-то зайти. Полицейский сказал, что какого-то белого здания проход. Наверное, да, через манеж. Это очередь, чтобы попасть на Красную площадь. Понятно, переживают за безопасность. Прошли кордон, алкоголь не отбирают, а у нас две бутылки шампанского в рюкзаке. У меня точнее. Я очень умное лицо сделал, сказал нет ничего, показал, что там подарки. И больше ничего нету. Он не стал дальше копаться, потому что народу очень много. Надо всех успеть пропустить. Идем к памятнику. Не как обычно, контрабандисты. Да. Пронесли алкоголь. Главное, чтобы теперь внутри нас не поймали ночью, когда будем открывать это все дело, пить. Ах, дождь какой идет неприятный. Сейчас моя петличка превратится в мокрую кошку. Вот это. Ночью обещают до 15, да, в Москве? Сейчас плюс 2 идет дождь, а ночью будет 15 мороза. Представляете, что будет? Сапсан у нас рано утром домой. Приедем уставшие, мокрые. Зашли мы с Манежной площади в Александровский парк. И как раз идет сейчас смена караула. Здесь находится вечный огонь. Мне саму нифига не видно, руку вытянул. Все, они уже уходят, уже поменялись. Вот памятник маршалу Жукову. Но у нас еще почти час до экскурсии. Сейчас подойдем, может, экскурсовод там уже будет присутствовать, что-нибудь расскажет, куда подойти, где стоит автобус. Заходим на ярмарку. Блин, это русские народные напевы, сосиски. Балалайка, два струна, называется домбра. Москва купеческая. Женщина, да, да, бежала. Саштай.
как такие игрушки. Мясо, прочитал, мясо на вертолете. Мясо на вертеле. Шашлычок, пожалуйста, какой вкусненький. Прям так и хочется укусить его, этот шашлычок. Да, очень вкусно пахнет. Но мы еще так и не встретили экскурсовода. Меня. Пельмешей кто хочет. Продавец пельмешей, сама реклама пельмешей. Я хочу сюда. У нас в этом году даже елки дома не стоит. Решили дома не праздновать Новый год. Каждый год одно и то же. Пьяные лица родственников, объедание салатами. Автобусная экскурсия. Не знаю, наша, не наша. Сейчас подойдем, узнаем. Да, это были наши экскурсоводы. Нам рекомендовали в ЦУМе в кафешку сходить покушать. Мне кажется, вот на улице колоритнее будет, да, поесть? Так что на улице покушаем. Хотя ради интереса я бы сходил бы в ЦУМ в кафешку. Как эта кафешка называется? Ой, я что-то не помню. Какая-то кафешка. Название называется, я не помню. Идем садиться в автобус. Говорят, что в 6 часов Красная площадь закроется вечером. Но обещали, что мы успеем зайти до 6 часов. Только как опять будем проходить шампанское, не знаю. У нас еще 2 бокала с собой. Бокал Надя спрятала хорошо, а шампанское могут отобрать. Если отберут, выпьем. Сразу не дождемся Нового года. Блин, намокли, конечно. В принципе, онлайн даже билеты покупать не надо. У них продаются за те же деньги. Билет стоит на экскурсию 1000 рублей с человека. Детский вот с нами. Ребенок 900 рублей. Сейчас автобус стали будет уже отъезжать. Странно, на 3 часа купили, а автобус отъезжает 2. Да, 417. Все, успели. Идем в автобус. Поехали. Пару часов в Москве покатаемся. А мы смотрим, вот вечер, какие цветы такие странные тут растут, да, иллюминация. Храм 16 века уцелел, был магазин сувениров для иностранцев, когда в этом храме, когда была гостиница России, храм зачатия святой праведной Анны, филармония справа осталась, огромные насыпи. Ну, тут вот цветы весной и летом, сейчас тут ничего. И вот видите, мы едем, и вон там выглядывают, вон купола, купола, колоколенки за насыпями, улица Варварка. Она очень древняя, даже древнее, чем Моросейка. Там вообще храм Варварка. Вары, храм Максима Исповедника, там палаты старинные, там такая декорация такая, дойдете, где включили в состав парка Зарядье. Вот парящий мост, вот он назад, можно обернуться, проехали. Там сейчас тиктоки снимают, там, ну, постоянно какая-то жизнь кипит. Вот виды красивые, 2 ресторана справа, и все, вот мы с вами проехали весь парк. Вот он, крошечный летний сквер. Летом тут хорошо как-то более или менее, а зимой, ну, вот только парящий мост и иллюминацию посмотреть. Ну, честно говоря, вот больше, наверное, разговоров, кто не успевает,
мы его увидели справа. Вот чудо, бокалы туда всевозможные. Конечно же, Красная площадь. Смотрите, Спасскую башню. Вот, несколько часов, и Новый год под Бугурантом встречаем. И, конечно, смотрим вправо, там сейчас качели, карусели. И Василий Блаженный. Видите, какой дивный храм, уже такой знаковый, да? 9 церквей. 9. Представляете, на одном подклете. Купола поздние, 17 века. Храм очень древний, 16 века. Построили по указу Ивана Грозного в честь взятия Казани. До третьего раза взяли Казань наконец. Но Покров взяли, поэтому храм построили Покровский. Он называется Покровский. Храм Покрова, что на Орле. Просто в одном из 9 пределов покоится очень чтимый московский юродивый Василий Блаженный. Поэтому храм в народе так прозвали. Едем по Кремлевской набережной. Приехали на какую-то остановку. Конечно, экскурсовод говорит, 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 даже не останавливается. Я уже думаю, когда у него дыхание закончится. Болтать, что-то какие-то паузы были. Видать, Москва такая, что можно без пауз разговаривать. Что-то нажарился я в автобусе, да? Жарко. Прям, да, есть. Очень удобно будет сравнить, да, вот мы только что были в этих переулках, да, в центре, там бродить надо, там дома деревянные, ну, там гул, шум, а это уже юго-запад. Ну, кстати, вот смотрите, вот на обратной церкви Преображенской чуть прошли, вот туда идет наша большая Пироговская, по которой мы сейчас ехали. Если по ней пойти, вот из монастыря, допустим, вы выходите, пошли, очень прям ускорили шаг. Ну, в принципе, минут за 25 можно домчать уже до центра. Все рядом. Ну, кстати, ну, Воробьевы горы 4 километра до Кремля. То есть это совсем не расстояние. Просто она вся на горах, Москва на холмах. А так гуляю, ну, по хорошей, конечно, дороге, по набережным, можно запросто дойти. Ну, 4 километра – это не расстояние. Вот здесь тише намного. Чувствуете, прям тишина. Очень много места, пространства, и поэтому нивелируется шум. Воздух намного получше на Воробьевых горах, когда будем там прям роза ветров над Воробьевыми горами. Недаром самый дорогой район Москвы. Ну, повторюсь, очень жалко при этом, да, потому что весь наш шоу-бизнес, все депутаты тут живут. Ну, все вырубают, сады вырубают, яблоки вырубают. Тут море яблок. Вот все в яблоках, весь юго-запад строят гигантские, там, 60 этажей выше башни. Ну, мы это чуть-чуть с вами увидим. Пока мы осмотрим, видите, какая красота. Воздух такой вот огромный был у нас вот за спиной. Видите, такой парк 1957 года. Это бывший монастырский Слободы. До 50-х годов тут был рабочий. Вот рабочий городок. Ну, люди там сидели, гуляли, там на гармошках играли, даже фотографии сохранились. Потом все дома расселили людей. Тоже расселили, дома сломали, огороды сравняли. Вот такой чудный парк. Кстати, вот эти вот горы, как будто бы, это не горы, это валы. Это валы 17 века, потому что монастырь был. И монастырь, и сторож, да, сторожил, охранял подступы к городу, крепостью был. А вот пруды, видите, какие живописнейшие пруды. Тут летом вообще и утки, и чайки, и рыбаки тут сидят, они просто чуть призамерзли. Это очень древние, самые древние пруды. Ну, как пруды, в Москве есть такая привычка, да, не пруд, а пруды. Там, да, например, патриаршие такие, да, пруды, там чистые пруды. Вот мы едем на гору, да, ну, гора, по сути, Воробьевы горы, да. Вот это пруды Новодевичьи, их выкопали, они рукотворные. Монахи это мясо не вкушают, рыбу едят. Это были огромные рыбные заводи, рыбу ловили, вот поставляли в трапезу, в монастырь. Вот монастырь, конечно, красоты несказанной. Помните, я говорила, да, 16 монастырей. Красивейший. Он весь, абсолютно весь 17 века. Ну, все, кроме вот луковичной церковки. Ведь луковки, они более древние. Они конца 16 века. И здесь была икона в Смоленском соборе. Он стоял отдельно в деревне, на окраинах этот храм смоленский. Все тянулись сюда, и государь тянулся, и свита, и бояре. Все к иконе прикладывались чудотворной, смоленской. А потом, когда уже встала необходимость строить крепость, монастырь, да, деньги дала Софья царевна, вот, и вот построили дивную обитель. Стены, башни, все 17 века. Конечно, ему повезло. Вы знаете, просто чудо. История этих уточек. Раиса Максимовна Горбачева ездила в Бостон, и ей настолько это понравилось, что жена президента Америки Буш подарила вот этих уточек. Их уже разодели к Новому году. Ну, идем к автобусу.
Пошли. Иди вперед, я фоточку сделаю. Давай. Немножко подмораживает, становится скользко. Очень много информации передает экскурсовод, что если буду записывать, видео получится на 3 часа только одной экскурсии. Но очень интересно. Рекомендую взять экскурсию и поездить по Москве. Ну, наверное, не зимой. Зимой холодновато. Летом тут здорово. Невероятно красиво. Просторы здесь ощущаются, да и воздух на юго-западе. Справа поближе к нам стеклянная крыша, большая спортивная арена, самое старое здание в Лужниках, и внизу дворец водных видов спорта. И теперь вот вниз посмотрим, вот вы можете посмотреть. Вот набережные, вот видите, вот они под нами, вот набережные. Люди гуляют, и можно идти, вообще дойти до самого Кремля. Вот река, вот самая широкая часть Москвы, реки, вот канатная дорога, видите, вон справа. Дали нам 30 минут на Воробьевых горах гулять и тут в парке в небольшом. Делали перепись людей, кто с какого города, кто с какого региона. Ну, скажу так, с Питера мы единственные. А так в автобусе человек 60. Очень много с Владивостока, очень много с Уфы, очень много с Крыма, Ростов, разные города. А вот с Питером мы одни, с Москвы никого нет. Пойдем сейчас, наверное, туда, на смотровую площадку Воробьевых гор. Посмотрим там. К сожалению, новогоднюю ночь не сможем присутствовать на Красной площади. Здание МГУ. Смотровая площадка. Гид говорит, что сегодня новогоднюю ночь будет очень много народу, потому что видно практически весь город и весь центр. Видно Москва Сити. Трамплин. Мы когда здесь были, спускались на фуникулёре туда, к Лужникам, и оттуда уже шли пешком в центр. Пойдем в сторону автобуса. Экскурсия закончилась. Времени сейчас 4:30. Идем снова на Красную площадь. Ну как тебе экскурсия? Слишком все скомкано. Очень много информации. И так. Нет конкретно тематической какой-то вот истории. Тут, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Как бы я, пока, мне не очень понравилось. Пока экскурсия проходила, мне почему-то вспомнилась экскурсия 15-15. Я думаю, надо будет в Москве взять экскурсию 15-15. Там более индивидуальный подход к каждому человеку. Нам обратно, нам туда надо. Мы здесь были сегодня. Так вот, приедем. Возьмем экскурсию 15-15. Приедем, конечно, когда будет тепло. И погуляем по городу. Также поснимаем. Порекомендовали сходить на экскурсию на Мосфильм. Говорят, очень интересно. Тоже сходим обязательно. Да, обязательно, конечно. Повторно прошли контроль. Шампанское при нас. Дождь закончился, начался снегопад. Сейчас надо остановиться, шапку из рюкзака достать. Правда, голова мокрая, блин. Шуруем на Красную площадь, короче. Дашь тебе такой новогодний подарок. Как же Новый год без снега? Снег пошел. Поднимаемся на саму Красную площадь.
Народу очень-очень много. Красиво. Да, очень красиво. Сейчас сходим на ярмарку. Интересно, они говорят, что в 6 часов Красную площадь будут закрывать. Как они будут выгонять весь народ с Красной площади? При помощи Росгвардии, наверное. Как митинг несанкционированный. До 6 можно, после 6 это митинг. Будут выгонять всех. Пойдем. Внутрь. Новогодний ночь 12 тысяч каток. Вот тот самый каток, который в новогоднюю ночь стоит 12 тысяч рублей. Пойдем. Вход. Что за билеты? А, туда без билета не пройти, получается. Да. Сегодня все билеты проданы. Там написано. Ага. Я смотрела на сайт. Да. А там кафе при катке. И в кафе само не попасть. Придется довольствоваться вот такой радостью. Согревающие напитки есть. Сейчас, наверное, возьмем глинтвейна, да? А здесь... Вот есть рождественский напиток. Здесь нет глинтвейна. Но это, наверное, то же самое. Глинтвейн – это вот рождественский напиток. Ну, давай возьмем. Взяли глинтвейн. Правда, в Москве он называется рождественский напиток. Лиза будет садить. И пышки. Будем как пушки. Начинает холодать, очень холодно, очень-очень. Сейчас покушаем, пойдем на площадь дальше, скажем, погуляем. Начинает метель. Взяли глинтвейн без вина, без алкоголя. Похож? Что-то есть. It's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true. That's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling. Вот, в Новый год будут бить вот эти куранты. Ну что, начинаем операцию Дед Мороз. Пойдемте детям дарить подарки. На тебе шоколадку. Не хочешь? Дети? Подарки хотите? С Новым годом вас. Это тебе. А тебе такую. И маме тоже сейчас шоколадку маленькую дадим. Мама большая, шоколадку маленькую. Спасибо большое. С наступающим. Шоколадку. Тоже шоколадку хочешь? А, с наступающим тебя.
Давай, проходи вперед. На тебе такую же коробку конфет. С наступающим Новым годом. А вот еще дети. Вот еще. Вот. Давайте. Дети, подарки вам. Это тебе, с наступающим Новым годом. Где еще мальчик? Держи. А вы большая девочка, вам маленькую шоколадку. Всего лишь 15. И тебе тоже. Идем дальше. Вот он, маленькие шоколадки. Спасибо. Большим девочкам. Держите шоколадки. Спасибо, Дед Мороз. Вот мои подарки практически все и заканчиваются. А вот еще дети стоят. А вот девочка маленькая. Девочка. С наступающим Новым годом тебя. Спасибо, вас тоже. Дети, какие вам подарки подарить? Давайте я вам вот так подарю. С наступающим Новым годом, счастья вам, здоровья. А тебе шоколадку. Спасибо. Где у нас еще дети? А вот еще девочка идет. А вот девочке подарим вот такие конфетки. С наступающим Новым годом. Спасибо. Попозже. А вон там. А вот смотри, маленькая девочка есть. Давайте подарим печеньюшки. С наступающим Новым годом. А потом шоколадку. Ой, спасибо вам. И вас с Новым годом. Спасибо, спасибо. Держите. Спасибо. Держите. Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом. И вам шоколадку. Спасибо большое. Благодарю. А все, к сожалению. Мы очень рады вас видеть. Все, кончились. Спасибо, Дед Мороз. Только в раш вошли. Да, только вошли в раш. Слишком мало подарков купили. Красная площадь Ленина. Ладно. В следующий раз больше возьмем. Да, в следующий раз больше купим подарков. Операция Дед Мороз закончилась очень-очень быстро. Думали, что продержусь полчасика, а тут и 5 минут не продержался. Разобрали все очень быстро. Даже догоняли дети, а мы дети. Сначала осторожно. Сначала выгоняют всех с Красной площади. Уходим отсюда. Бабушек на митингах разгонять, студентов из Красной площади всех выгонять. Просто шеренгой идут и выгоняют всех. Спасибо, что тебя запустили сюда. Ну, вообще, можно. Выходим. Идем на соседнюю улочку. Мы решили в ГУМ зайти. Никогда в жизни в ГУМе не были. Зайдем в ГУМ. Смотрит желато. Итальянец. В сумме очень такие приятные запахи. И очень красивые магазины. Ой, в сумме я сказал, в ГУМе. Thank you.
кафе Мишка. Загуглили. Он называется Боско Мишка. Боско Мишка бар. Будем искать, где он находится. Сам магазин Боско нашли, а вот Боско Мишка нет. Надо зайти сначала в Боско Спорт. И отсюда попадаем в кафе. Попьем кофеечек и покушаем какой-то очень вкусный десертик. Мне кажется, местный. По совету друзей зашли в Мишку, в Боско кафе. Я не знаю, что это медовик с мороженым. А это манго-манго. Конечно, не дешево здесь, но когда еще мы будем в Гуме на Красной площади? Приятного аппетита. Пойдем сейчас погуляем дальше. Покидаем это замечательное место. Гум. Очень вкусно. Так дорого мы кофе еще не пили. Дороже, чем в Европе. А можно здесь фотографироваться? Ну, десерты очень вкусные у них. Медовик просто божественный. Какао не очень. Ну и кофе не очень. На самом деле кофе самый вкусный в Макдональдсе. У меня знакомый человек, который кофе занимается, говорит, что туда поставляют очень хороший, качественный кофе. Это не реклама. Просто я люблю кофе, я пью в разных местах. Очень вкусный в British Baker кофе и в Макдональдс. Пойдем погуляем в какие-нибудь улочки. Было бы тепло, подумали, что мы в Милане находимся. В храме проходит новогодняя служба. Что-то на улице подмораживает, уже почти минус 8 градусов. Пришли снова зайти в ГУМ и погреться, пока нас сюда не выгонят. Надя сказала, давай поднимемся на самый верх. На самом верху мы не были. Я предлагаю следующий Новый год отпраздновать летом, чтобы было тепло. А то у нас получается обзор ГУМа. Да, с вами полностью согласна. Это у нас второй Новый год вне дома. Первый Новый год мы праздновали в Мюнхене. Там не так холодно, как в Москве. Поэтому предлагаю, наверное, следующий Новый год все-таки где-то в теплой стране отпраздновать. Возможно, в европейской. В Милане, думаю, красиво будет. Хотя можно и что-нибудь еще теплее. Таиланд, Египет, Арабские Эмираты. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I сейчас буду заходить в шар желаний. Обязательно желание исполнится, если вы загадаете его в новом году. Так что загадывайте желание. И ваше желание в 2024 году обязательно исполнится.
Все, надеюсь, успели загадать. Это Лубянская площадь, где стоял Феликс Дзержинский, вот где сейчас елка находится. Здание КГБ, оно же ФСБ нынешнее. Ранее было НКВД. Холод неимоверный. Вы приехали туда и перевернулись. Да. С Питера выезжали. В Питере было минус 17. Сюда приехали плюс 2. То есть мы, получается, этот холод сюда привезли. Парк Зарядье. Висящий мост над рекой Москвой. Снежок прекратился, стало очень холодно. Ночью обещают уже до 20. Нам бы эту ночь продержаться, да, до вокзала добраться. Нам бы еще 3 часа до Нового года продержаться, а там уже в метро спустимся и до вокзала доедем. Крем или Красная площадь. Аж говорить не могу. Лицо замерзло. Из супа охранник выгнал. Бегом все отсюда, говорит, салаты дома кушаете, а вы тут гуляете. Я говорю, что мы из Питера приехали. Так что салат наш очень далеко. А дома нас ждут 2 тортика из British Bakery. Салатик мимоза. И картошечка с белорусской тушеночкой, которую в Евроопте купил. Офигенная тушенка. Поеду в Беларусь, обязательно привезу ее. Фотографию я вам ставлю сейчас. Классная вообще. Будем в Беларуси, обязательно проведем ящик. Ящик тушенки. Вот дождь вообще. Ёкурат, идите.
Здоровья в 2024 году всем, чтобы ваши мечты все сбывались. Чтобы было множество желаний и множество возможностей. Меня просили привет передать Лана с Новым годом, Наталья с Новым годом, Миша с Новым годом тебе. С Новым годом! Шампанское тащили с Питера. Сейчас пойдем на Арбат. Гулять. Давай вторую. У нас вся ночь впереди. А где салют? С Новым годом, ребят. Сейчас пойдем, повторюсь, погуляем еще по городу. Двинемся в сторону вокзала. Зайдем в бизнес-зал и там подведу итоги. Пошли гулять дальше. Ну вот, с утра приехали. Было плюс 2. Сейчас минус 18. Очень-очень холодно. Укутались вообще. Даже обогрев куртки включу. Моя курточка с обогревом, включу обогрев куртки. Мороз нас преследует. Трамвайчик ходит. Хотел сказать по Неве, по Москва-реке. А там тоже люди встречают Новый год на трамвайчике. Не слышно было, как бьют куранты, потому что все кричали с Новым годом. Ну, все равно прикольная дружеская такая атмосфера. Все друг друга поздравляют, все друг другу наливают. Прибежала полиция. Сразу стала алкоголь убрать, ругаться на всех. Ну, а людям, на самом деле, всем настолько по барабану, что даже никто ничего не убирал. Все тихо, мирно. Да, все мирно, все тихо, все по-дружески. Сильный снег, и на набережной на самом деле холодно. Как тебе новогодняя ночь? Если сравнивать, вот мы за всю историю два раза праздновали не дома. То есть это второй? Это второй, да. В первый раз мы были в Мюнхене, новогоднюю ночь праздновали с 19 на 20 год, да, это, по-моему, перед коронавирусной. Это когда всех закрыли. И сейчас. Надеюсь, что обратку сработает. То есть у них появится возможность, наоборот, путешествовать много. Везде. Ну, скажу, это лучше, чем сидеть дома и поедать салат. Лучше так. Своего рода приключения. Да, приключения. В памяти это все останется. Когда еще будет такое, чтобы минус 20 поехать в Москву ночью и праздновать Новый год? Очень красивая, конечно, иллюминация в городе сделана. Я как водитель заметил, что они не сыпят песком дороги. Машины здесь все чистые. Посыпают дороги здесь только солью. Возможно, соль с какими-то реагентами. А у нас же в Питере сыпят соль, реагенты, плюс песок. И машины грязнющие. Как будто по полю ездят из-за этого песка. Езжу практически каждый день в центр города, в Питере,
с окраины. И у меня уходит ежедневно банка зимней омывайки, замерзайки. Это вообще пиздец. И два раза в неделю заезжаю на мойку, чтобы помыть машину. Потому что это вот, как я повторюсь, как будто по полю ездил. Грязь. Идем на Арбат. С Арбата пойдем уже в сторону, поедем, точнее, на метро в сторону вокзала. Может, и пойдем, как пойдет. А может, пойдем, да, как пойдет. Сейчас мы как это... Может, пойдем, как пойдет. И все итоги вот этой суточной поездки в Москву расскажем. У меня на животных сильная аллергия. А обратно поеду, я смотрел, взял третий вагон. И я смотрю, что третий вагон, он вагон, чтобы для возможности перевозить животных. Мы сюда в Москву ехали в четвертом вагоне, слышали, как в третьем гавкали собаки. А вот обратно поедем домой в Питер в третьем вагоне. Ну, а тебе при покупке билета никто не говорил о том, что там будут собаки. Да? Не запрашивали, когда не спрашивали. Да. И таблеток очень... от аллергии у меня нет. Это нехорошо. И это нехорошо. Каждый раз, когда в Москву приезжаю, она меня удивляет. Как говорил один телегерой, все деньги России в Москве. Сила в Москве. В Москву ехать надо. В Москве вся сила. Все бабки крутятся, вертятся здесь. Дед Морозиха идет. Ну как я? Что я сделал? Это часть стены на реставрации. А это же храм Христа Спасителя, да? Да, храм Христа Спасителя. Который полностью восстановили в нулевых годах, в начале нулевых годов. Мне очень нравится подсветка звезды турбидовая такая. Конечно, на видео, на камеру, на GoPro-шку вечером это не передать. Попробую сейчас на iPhone снять и показать вам. Это памятник князю Владимиру. Экскурсовод сегодня рассказывала, что его хотели установить. В каком месте? Я не помню. Она не помнит. Поставили его здесь. У Кремля, у ворот, где заезжают правительственные машины. Тут же, по-моему, заходили на экскурсию внутрь Кремля. Где-то здесь проход. Ну вот, дошли мы до Арбата. Вы когда-нибудь видели, чтобы на Арбате было так мало народу? Кстати, ОМОН поймал писающих людей, писающих мальчиков. Сейчас прогуляемся по Арбату, уже двигаемся в вокзал. Сапсан у нас 5 утра домой. 5.55, да, в 6 утра. Ну, чувствую, на вокзал приедем, сразу вырубимся, потому что после морозов в тепленький бизнес-зал. Вообще, мне рассказывали, что бизнес-зал московского вокзала в Питере офигенно крутой. Но я там никогда не был. Попробую сейчас ходить в бизнес-зал ленинградского вокзала. Дай руки тебе говорю.
Я фоткалась с этой коровой в 2011 году. Да, мы тогда приехали с Киева. Нам так не удалось по Киеву погулять. Ливневые дожди были. Но мы, кстати, один день там погуляли. Намокли, промокли. И поехали тогда в сторону Бердянска отдыхать. Каждый год отдыхали в Бердянске. Интересно, как там сейчас Ира с Ромой. Надеюсь, этот бардак скоро закончится. И будем также ездить и в Бердянск, и в Киев отдыхать друзьям. Очень много друзей у меня в Киеве. В Москве очень много иностранцев. Англоязычных. Очень много китайцев. Очень много людей из ближнего зарубежья. Узбекистан, Таджикистан, киргизов много. А вот казахов не встречал. Анекдот вспомнился. Встречается Владимир Владимирович Путин с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. У меня рот не открывается, замерз. И Владимир Владимирович спрашивает: Нурсултан Абишевич, вот скажи, пожалуйста, вот у нас в России очень много узбеков, узбеки работают, киргизы работают, таджики работают. А почему у нас в России казахи не работают? Нурсултан Абишевич отвечает: Владимир Владимирович, казахи у нас не работают. Вот. Та-да-та-да-там. Пойдем по той стороне, где елочки. Какие-то стенгазеты. А, это живописный мост. Парк Зарядье. ВДНХ. Вот памятник Булату Акуджаве. Темно, не видно. Слова Булата Акуджавы. Помню еще с 90-х годов. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Хорошие слова. Да. Чтобы не пропасть поодиночке. Ну вот, ездили, когда в Витебск. Заходили на могилу Пушкина. Александр Пушкин и Наталья Гончарова. 175 лет со дня венчания. Памятник установлен. Символ 2024 года. Ракоша такой. Там еще один маленький. Метро Октябрьское здесь, да? Азбука вкуса. Пойдем в Штолин купим. Смоленская, она перепутала, не Октябрьская. И оно такое же глубокое, как у нас в Питере. Забыл сказать, что есть наземный и подземный транспорт, то есть метро, автобусы, троллейбусы, трамвай, наверное, бесплатный. И работает всю ночь, круглосуточно. Двери закрываются. Следующая станция – площадь Революции. Совершенно бесплатно. Прикольно. На охотный ряд. И это в горку идем. Туда вниз, туда вверх. Ну да, первая такая же была по длине. Такой длинный переход.
площадь трех вокзалов. То, что мы утром приехали. И то, что сейчас заканчивается празднование нашего Нового года. Заходим уже в зал ожидания, будем ждать нашего поезда. Отдыхаем в бизнес-зале. Надя уже спит. Встретим коллегу с работы. Тоже дрыхнет. До поезда нашего осталось еще 2 часа. Успею еще кофейку попить. Рубит. Я в поезде посплю, а они пусть отдыхают. Бизнес-зал в Москве такой беспонтовенький, честно скажу. Курица протушая оказалась. Дома. На первом Сапсане добрались до Питера. Бизнес-зал он не снимал. Такой был. Не особо приятный, с тухлой курицей и с холодной едой. Всю дорогу в Сапсане проспали. На обратном пути у нас скоростной Сапсан был, без остановок. Чуть более 3,5 часов. Может, кому-то интересно, сколько вы потратили денег на это маленькое мини-путешествие на новогоднюю ночь в Москве. Все вместе с билетами, с едой у нас получилось 10 тысяч рублей на двоих. Я считаю, что это супер, чтобы получить какие-то новые эмоции. Да? Да. С Новым годом! Да, с Новым годом всех! Счастья, здоровья в году, в новом. Наступившим. Всем любви. Всех люблю, всех обнимаю. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Мирного неба. Все, всем пока. С Новым годом!